В общем, не обращайте внимания на звуки. Всем доброе утро. Это мы так собираемся сейчас в Сьерра-Неваду. Сейчас я здесь шпинат, он уже мытый, ворованный, как вы помните. Я его немножко хочу сделать тортею с шпинатом, но так как если я добавлю сейчас картошку, то вы знаете, что это будет слишком его много. Он когда не готовлен, не готовый, кажется, что его очень много. На самом деле ничего его немного. Потому что у меня вот готовый лук, картошка вчера я пожарила. Вот сейчас добавлю шпинат, яйца и сделаю такую вот тортилью. А пока буду готовить завтрак. Наверное, сделаю сыр с колбасой. Я так 100 лет уже не ела. И отправимся. Не красить ничего не буду, потому что и так красиво. В общем, мы уже собрались, но мы что мы делаем? Ждем мужа. Я сделала тортилью. Я оделась. Чарли взяла этот намордник на всякий случай, потому что хотим подняться на фуникуляре, по-моему, так он называется. Ну, на всякий случай. А муж еще не собрался, представляете? И это он не красится, ничего не делает. Я не знаю, чем он занимается, но вот он еще не собрался. Стоим, ждем. Пипец какой-то. Кстати, мы тут опарковали, на целую улицу захватили. Что хотела сказать-то? Не знаю, что. А, ехать нам где-то 1-1.5 часа. Туда, не в принципе, не очень далеко ехать, но, знаете, это в гору, серпантины. И, в общем, да, будем поэтому долго. Сейчас пойдем сначала, правда, позавтракаем. Я хотела дома, а потом подумала, дома я и завтра позавтракаю. Так что вот так. А. Бальзамом губки намазала и все. Собрала Чарлин куртку, а себе, ну вот, намордник, перчатки взяла, которые я надеваю раз в 5-летку. Вот в России ездила. Вот такую штуку на голову, вдруг будет холодно. Ну, естественно, вам снимать вот эту штуку. И у Чарли есть вот такой, вот такая куртка. Это вам не хухры-мурхры. Видите, тепленькая. Если будет холодно, я ему надену эту курточку. Мы в дождь ходили. В этом году ни разу ее не одела. А вот в позапрошлом году, я помню, 2 недели носила эту куртку, потому что было очень холодно и дождь. А в этом году ни разу. Сидит. Видите, пока я стою, и он сидит. Если я пойду, и он пойдет. Он пока охраняет меня. В общем, все, поедем завтракать и на санках кататься. Типико испаниш. Тост с томатом, и с оливковым маслом и кофе с молоком. Может там это с маслом и с вареньем. Кстати, смотрите, дают вилку, но не дают нож. Знаете для чего? Чтобы делать вот так. И масло просочилось внутрь тоста. Это если вдруг вы найдете вот такой тост в Испании и вам дадут вилку, но не дают нож. Типа, да, для чего тогда вилка? Так что ли? Это вот для этих целей. Вот за что не люблю этот парк. Вот бегают вот такие огромные собаки. Это чьи-то. Хозяин и все. Ну, хозяина ни хрена не видно. То есть, да? Может быть, она и дружелюбная, и все дела. Но собака есть собака. Ей в голову не влезешь, а вдруг у нее как переклинит или еще что-то. Тем более, ему Чарли собак больших боится, и он на них огрызается. Знаете, как это... Как это? Поговорка. Лучше защита – это нападение. Во, по-моему, так. Так у меня и у моего Чарли. Поэтому вот я уже тут хожу кругами. Мужик, по-моему, там вон сидит. В общем, он даже не следит за своей собакой. Ему уже 2 раза приходилось нам выходить. Один раз мне Чарли взяла на руки и вот себе пятно присобачил, потому что здесь вся трава сырая от того, что ну, ночью прохладно, а сейчас жара. В натуре жара. В общем, да. Вот так. Мы уже сейчас поедем. Мы уже в Гранаде. Если поедете туда, то там будет Аламбрано. А мы едем в Сьерра-Неваду. Туда. Ой. Сейчас будем подниматься.
Здесь такая природа красивая. А где эту прямую? Такая узкая дорога. Чарли немножко это... Плохенько ему стало. Так, такой серпантин. Потому окошко открыли. Но тени калифасион. Да? Забрались на самый верх, но не на самый-самый верх. В общем, в прошлой неделе столько снега было, сейчас он весь нафиг растаял. Конечно, на улице 16 градусов, конечно, растает. Вообще, жалко, конечно. Но если бы дальше ждать, в этом году что-то мало снега, как, в принципе, и везде. Вот, смотрите. И это только благодаря тому, что на той неделе сильный снег был. А так снега не ахти, конечно. Но красота неимоверная. Везде на санках катаются. Ой, друзья, куда мы влезли? Тут, короче, никакого нету ограничения, что здесь... Дальше нету выезда, в общем, мы тут все не знали, где развернуться, тут вообще пробка такая была и есть. В общем, все машины там стоят, ждут, пока мы выйдем, потом, чтобы каждый вот так мог сюда заехать, на такой пятачок и развернуться, и выехать отсюда. В общем, кобздец какой-то. В общем, друзья, все перекрыто, куда мы хотели наверх ехать. Я говорю, давай хоть фотку сделаем. Не, ну мы сейчас поедем туда, поэтому... На улице жара вообще. Я говорю, фоточки давай сделаем в Инстаграм. Заходите в Инстаграм, чтобы увидеть фоточки. Все перекрыто. Народу до хрена. Парковка заполнена. В общем, муж меня согласился выпустить одну. Поэтому я сейчас прогуляюсь. И хочу забраться вот туда, на фуникуляре. Потому что... Если оставить машину, то это нужно чуть ли не в гранате ее оставить и пешкарусом идти несколько километров. Овчинка выделки не стоит. Поэтому я... Смотрите, сколько автобусов. Как бы не заблудиться. В общем, посмотрим, куда меня доведет дорога. Это вот уже центр Сьерра-Невады. Было бы здорово. Но надо было вчера, ой, завтра приехать. Но у меня завтра много делов. Может быть, еще снег будет в этом году. И мы повторим сюда наш приезд. Дышится как-то не очень. Потому что мы находимся 1800, по-моему, сейчас посмотрю. Над уровнем моря. Я сейчас пойду первым делом. Посмотрю билеты на... Фуникуляр, что ли, он называется, или как-то. Такие вот барчики. Мы, знаете, один Новый год отмечали здесь. Но тоже без снега. Но было классно. Большой стол. Ютуба у меня еще не было. Вот там где-то наверху. И потом спустились. До здесь была елка, Новый год, Дед Мороз. Вон там билеты, блин, очередь. Везде очередь. Очередя не люблю.
Очень тепло. Люди бедные, все с этими. Какой-то год непонятный. Так. Эксклюзивы Контархета. Ну, мне, в принципе, без разницы, с чем платить. Поэтому... Ну, здесь много окон для продажи билетов. Сейчас в очередь. Смотрите, русские тоже много здесь. Друзья, это стоит 19,50 на самый верх. Не турист, в общем. Девушка мне любезно помогла все это купить. Потому что очереди, а мне без разницы, чем платить, поэтому... Блин, 19,50. 19,50, жалко. Один раз живем. Аль-Кисур. Здесь можно и в прокате взять всякие вот эти лыжи. Я никогда не каталась на лыжах, ни на сноуборде. Мне очень страшно. Сюда, что ли, заходить или куда? Что-то я не пойму. Пороги. Да. Ой, я такая клуша. Хотя, в принципе, не очень не клуша. Везде прохожу, поэтому клуша не клуша. Так. Все, прошло. Теперь на самый верх. Ой, блин, что-то страшно мне, девочки, друзья. Я вообще боюсь все эти фуникуляры. Так что... А это какой-то замурованный весь. А, нет. С одной стороны. Они сидячие. Она говорит, есть сидячие, есть стоячие. Здесь все сидячие. А я люблю стоя.
У меня уже подкруживается голова, немного подташнивает, потому что он так шевелится, туда-сюда мотается. И, в общем, как-то уже... Я не представляю, как можно так это, кататься и туда-сюда ездить. Они катаются, падают. Ну, классно. Ой, мамочки! Опять остановились. Какой-то... Она так мотыляется, что можно... Так мотыляется, что прям вообще... Слышите? Слышите? Как страшно, уже второй раз. Руки трясутся. Смотрите. Блин, так он грязный, что ничего не видно. Мы уже тут побадарили почти со всеми. У женщины еда находится. Мы смеемся. Она говорит, у меня еда есть. А, ну тогда здесь можно и остаться. Видите, как они катаются. Класс. Как пьяная. Меня шатает из стороны в сторону, потому что ехали на этом фуникуляре, он останавливался и вот так вот шатался. Вообще ужас. Как пьяная. Женщина сказала, что еще есть такой, где фуникуляр вот этот, где стоять надо. Я хочу спуститься на таком настоящем. Вот, она говорит, там еще страшнее. Так, а куда они все поехали? Вверх? Ну, я тоже хочу наверх. На самый-самый верх хочу. Ой, здесь уже чувствуется прохлада такая. Еще ехала с поляками, наверное. Типа по-польски или еще какой-то язык. Вот так. Смотрите, сколько их людей. Боже мой. Офигеть. Куда я вышел-то? В кафешке. Вой Альбания. Звонила мужу, он там бедный сидит внизу с Чарли, вот, и ждет, когда я приду, чтобы покушать. Здесь все едят. Он покупал себе эти сухофрукты, пакетик, уже их съел. Я сейчас уже поеду вниз тоже и пойдем где-нибудь остановимся в лесу на пикник. Пишем комментарии, понравились ли вам. Наша зима, у нас тоже есть снег. В
часе езды от нас, представляете? Такая вот природа. Намного лучше. Кайф. Ну что? Ну что, красивая, поехали кататься. Вау! О, вот это велосипед, вот это скорость, мама! Мадре мия! Мне страшно, боже мой, закрыть глаза! Сокору! Ай! Ай! Скажите, дурочка, да? Ну он так прям быстро поехал. Ой, окна открыты, друзья. Блин, какой кайф. Но я от нее не отцеплюсь ни на шаг, ни на минуту. Так, Оксана, не менжуй. Надо к вот этой поближе подойти, чтобы вот так вам все показать, друзья. Эти, кстати, пушки, ой, которые снег вырабатывают, когда он необходим. Их много здесь, таких пушек. О, у меня прям желудок прям подворачивается от такого качания. Ай-яй-яй, яблоки ела. Есть вот такие кабинки, женщина назвала их яйца. Вот такие замурованные все, видите, не видно, что, может быть, для тех, кто боится или что, почему они такие замурованные, вот прям совсем, нету ни окон, ни дверей, а есть вот как у меня открыты, смотрите, они все пустые, тут тоже дофига народу, мудня, о, как все цивильно, как им на голову сейчас упаду, hello! Оле, фиеста! Домики, смотрите, какие красивые. Как все сказочные. Еще есть вот такая вот дорога. Это вот как на санках, знаете, на них кататься. Но там надо и тормозить самим, и все самим им делать. В общем, я сыкуха. Вот там вот поехала одни. Тоже было бы интересно по горам вот так проездить на этой дороге. Она вот так туда идет. Ну, я уже сыкуха, блин, стала. А в 25 лет ничего не боялась, друзья, ничего. А сейчас сыкуха, я уже подъезжаю к выходу. Вот такой вот здесь Сьерра-Невада, класс. Правда же ведь?
Вот в таком месте мы остановились. Даже снег есть. Чтобы покушать. Сейчас накрою поляну. Здесь Чарли может погулять. Дорога не слишком далеко. Есть вид, лес. В общем, классно. Смотрите, снег. Эх, вот Чарли посмотрит хоть так снежок. Поляна накрыта. Всем приятного аппетита. Везде вот на таких вот, когда спускаемся вниз, продают мед. Здесь мед хороший. И апельсины. Ну, в основном мед. Потому что пасеки у всех. Смотрите, какая красота. Наконец-то мы дома. Вообще, это очень утомительно куда-то ездить, особенно в горы, серпантины. Приезжаешь, голова квадратная. Ну, раз в год можно. Сейчас хочу себе сделать смузи. Вчера я купила же набор для смузи, так что прохладненький, охлажусь, потому что в машине очень жарко. Вообще, на улицу очень жарко, 24 градуса. Поэтому освежиться немножко, и чтобы голова пришла в норму. Это даже больше на мороженое похоже, чем на смузи. Всем приятного аппетита еще раз. В общем, у меня опять развивается кулинарное действие. У меня помидоры уже очень спелые, начинают пропадать. Я решила их пожарить. Но для начала я там же обжариваю лук и перчик. Будет такой, как лечо, что ли. И потом, когда они сейчас обжарятся, осталось 3 минутки, добавлю помидоры и поставлю их на обжарку, наверное, на часик, скажем так. Там все крутится, вертится, перемалывается, а я буду сериальчики смотреть. Ой, что у меня на голове? Даже не знаю, что у меня на голове. Что-то я вспомнила, потому что завтра времени на готовку у меня не будет. Кое-какие дела есть. А еще осталось у нас тортильи много, больше половины, поэтому, да, будет такой у нас обед. Это я здесь чай делаю, английский, а сейчас пойду монтировать, материала дофига наснимала. Мне это все красиво, но вы знаете, когда показываешь 2 часа одно и то же, даже красиво некрасиво, скажем так. Так что пойду делать красиво. Монтажа предстоит много. Вот. За кружкой чая, потому что чашкой ее не назовешь, это кружка. Буду работать. У нас тут скорая приехала зачем-то. Или за кем-то. Хотел сказать, а где моя машина? Она сегодня утром там стояла, а сейчас вот тут стоит. Кстати, мне нужно спуститься за тортильи до потаты. Я же там оставила. Зачем приехала? А это вот сосед, знаете какой, который вот выпивший тоже бывает постоянно. Что-то его возят. Кстати, к нему, по-моему, заходили через окно, потому что окно открыто. Он любитель выпить. И что с ним случилось, непонятно. Надо же. Причем вот эта машина. Городская безопасность, он написано. Видимо,
вот эти окна изламывала, чтобы вот этого мужчину забрать в скорой. Его сейчас накрывают такой, как фольгой. Так, такая теплая. Не, который тепло не продает уходить с тела. В общем, как одеяло такое, алюминиевое. У нас, когда приезжают, приплывают с Африки мигранты, их вот тоже вот этим вот алюминиевые, как алюминий, как фольгу я им закутывают, чтобы вот они быстрее согрелись. Ну, смеются, значит, все нормально. А он еще шутит там, знаете, про передачи. Ну, видимо, это. Он один, наверное, живет. И любитель выпить. Потому что я постоянно его видела пьяненьким. Вот так вот. Поедет, отдохнет в больнице. В общем, вот так вот приехали. Видимо, сосед за ним подглядывает, потому что вот это вот в белой футболке или что там, это сосед. И он, видимо, может быть, за ним подглядывает. В принципе, он, не знаю, всегда хорошо одет. Как бы не такой, знаете, пьянчушка подзаборный. Нет, он всегда хорошо одет. Нормально так вот выглядит. Но вот любитель выпивать. Такая вот у меня томатная паста получилась. Немного, по-моему, пережарила. Да ладно. Вот, буду с вами прощаться до завтра. Встретимся с вами завтра. У меня много дел. Ну, о моих делах вы узнаете завтра. Всего вам самого наилучшего. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. И жду от вас комментарии. Как вам наш снег в Испании? Мне очень понравилось. Но устала. Вот это вот серпантин по Рио, по Баху. Вверх-вниз, в общем. Ну ничего, зато галочку можно поставить. Всем пока-пока и до завтра!